Никакой оппозиции, в том смысле, как вы говорите, не существует. Есть три оппозиционных партии, которые парламентские партии, которые имеют все шансы на то, чтобы пройти в законодательное собрание в регионе. Есть партии полупроходные, так называемые. Это партия Родина, это партия Зеленых Митвеля, ну, может быть, патриоты России в некоторых регионах. И есть остальные партии, у которых есть яблоко еще. Да. И есть остальные партии, у которых почти никаких шансов попасть в парламент и нет. Если они где-то попадут, то это будет скорее случайность или какое-то, так сказать, какое-то недоразумение. Значит, и вот исходя из этого будет строиться вся политическая карта. То есть есть Единая Россия, есть три парламентские партии, и есть полупроходные партии, есть мелкие непроходные партии. Вот я думаю, это основные контуры политического ландшафта ближайшего года.